أصحاب حضرة، السلام عليكم دорогой مع наш. السلامة وبركاته شيخ رسلان، ما شاء الله. Ma sha Allah. С очередной пятницей вас и наших подписчиков. У нас сегодня очередная актуальная тема, Асхат Хазрат. Я чем больше общаюсь с людьми, с единоверцами, с молодыми семьями, тем больше я вижу несчастных семей, тем больше я вижу трагедий, тем больше я вижу сломанных судеб молодых парней и девушек, а также успевших родиться детей. В чем проблема, Асхат Хазрат? Неужели мы разучились создавать семьи и сохранять семьи? Почему так часто разваливаются семьи мусульман? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Опять же тоже вот как бы работаю в мечети, имамам тоже часто приходят, к сожалению, часто приходят люди, когда делают никах, там девушка, которая рожденная, не впервые замуж выходит, или также парень, который впервые женится, или также часто приходят по вопросам, семейным вопросам, талакам и так далее. И вроде бы как бы мало пожить и разводится. Если посмотреть раньше на наших родителей, когда они жили, они пытались всегда сохранить семью, и развод было что-то удивительное. На сегодняшний день, наоборот, если смогли там 5-6-7 лет вместе прожить, уже удивительно, машаллах, как они долго вместе живут, то есть все крепкая семья и так далее. Что-то не то уже поменялось. Давайте как бы начнем вообще, для чего Аллах Субхану Та'аля сотворил семьи? Для чего Аллах Субхану Та'аля сотворил людей? Аллах Субхану Та'аля, и отсюда мы уже оттолкнемся, иншаллах, и поймем вот эти вот тонкости, вот эти проблемы, из-за чего расстаются семьи. Во-первых, Аллах Субхану Та'аля в Коране сказал: «Ваджаальна кулли шейн зауджан афаля тазаккарун». Из каждой вещи Аллах Субхану Та'аля сотворил пару, неужто вы не задумаетесь? Каждую вещь Аллах Субхану Та'аля, людей сотворил парами, животный мир сотворил парами, подводный мир сотворил парами, растения, отрицательный заряд, положительный заряд. Все Аллах Субхану Та'аля сотворил, кулли шей, каждую вещь сотворил со своей парой. Именно, как говорится, основа, это когда две, не когда один человек, когда две, вот полностью состоящие мужчина, девушка, именно когда она замужем, когда он женатый. И Аллах Субхану Та'аля нашего с вами отца сотворил Адама, алейхиссалям, мин сулалати мин тин, как сказал в Коране, из глины. Глина — это что? Это вода и земля. Вместе смешать получается, это глина. То есть Аллах Субхану Та'аля сотворил нас чистые вещи. И когда мы берем омовение, Аллах возвращает нас на основу, на ту основу, из чего Он нас сотворил. Мы берем воду водой, или если нет воды, делаем тайммум землей. Вел Аллах Субхану Та'аля Адам, алейхиссалям, в рай. В раю ма айну раат, ва ла узуну самиат, ва ла хатар аля лькалб аль-башар, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что глаз не видел, то, что ухо не слышал. И человек такую красоту даже не может представить. Но однако, даже будучи в раю, его душа, его сердце не успокоилось. До пор, пока Аллах Субхану ва Тааля не сотворил ему пару из него же, нашу с вами маму, Хава алейхи салям, Еву. И Аллах Субхану ва Тааля сказал об этом в Коране, в сурате Рум. «Ва мин аятихи аль-халака лакум мин анфусикум азваджа». И знамение Аллаха для вас же, то, что Он из вас же сотворил вам пару. И потом Аллах Субхану ва Тааля сказал, для чего, почему? Первое, «Литаскуну илейха», чтобы вы нашли в ней спокойствие. Второе, «Уджа'ля бейнакум мавадда», между мужем и женой Аллах Субхану ва Тааля сотворил мавадда. Мавадда обычно переводит как «любовь», но арабский язык «Ла яхфа ан джалали ильмукум», вы знаете, лучше шейх Руслан, то, что арабский язык, богатый язык, он такой на одно слово несколько наименований, или одну вещь можно по-разному назвать. Есть слово «махабба» — «любовь», есть слово «мавадда», есть слово «ишк». «Махабба» — это именно любовь между братьями, такая вот любовь, такая ради Аллаха Субхану Та'аля. «Ишк» — это слепая любовь, как больше похоже на страсть. Страсть, да, не присущая верующим. А «мавадда» сказано «перестань аль-араб», то, что в словаре, в толковом словаре, то, что это «риая», именно забота друг о друге, переживания друг о друге. И это милость. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман ла ярхам, ла юрхам». Тот, кто не проявляет милость к нему, Аллах Субхану проявит милость. И Аллах Субхану Та'аля сказал, для чего сотворил нас парами. Из знамения Аллаха, чтобы первое, что сотворил для вас, и вас же вам пару. Первое, чтобы вы нашли друг в друге спокойствие. Второе, чтобы между вами была забота друг о друге. И третье, милость. Теперь построен на милость. И закончил Субхану Та'аля этот ая: «Инна фи залика ля ая». Поэтому в этом, поистине в этом есть знамение для размышляющих людей. То есть посмотрите, Аллах Субхану начал аят из знамения Аллаха и закончил поистине в этом знамении. Для чего? Обычно, когда такие аяты в Коране приходят, для конкретизации. Например, Аллах Субхану сказал касательно Ибрахима, алейхиссалям, «Инна Ибрахима кана умма, канитан лиллях».
Ханифа, валям яку миналь мушрикин. Ибрахим алейхиссалям был уммой, тетеба, то есть один человек был как община, за кем следовали. Этим за вопрос как бы закрыт, все ясно. Аллах субханта добавляет, говорит, был искрен перед Аллахом. Все, если искренне, значит, только ему поклонялся. Добавляет ханиф, единобожник. Если он... И не был многобожник. Язычников не было. Для чего? И так понятно, чтобы печать как бы Аллах даже ставит. И вот эти вот три вещи, шейх Руслан, когда смотришь на семьи, почему расстаются, если одна из трех вещей теряется в семье, семья разлучается. Первое, если спокойствие нарушается в семье. А спокойствие часто мы сами ставим беспокойство из-за каких-то мелочей. Там, например, там, сделай мне чай, там, муж спрашивает, я же тебя просил покрепче сделать, зачем ты мне там это, ну, иди сам, и слово за слово, иди сам себе тогда сделай, ты как со мной разговариваешь и так далее, доходит, как у нас говорят, до седьмого дедушки, и потом идут талак, и все, слово талак стало легко, все, талак и так далее, она меня не слушается и так далее, он сам, у него характер плохой, он злой, он меня ругает. Второе, когда теряется в семье, забота друг о друге, переживания уже, то есть, когда нету у мужа ревности, то есть, должна быть ревность, опять же, она, худут, должна быть у ней, как бы, границы, не должна быть такая вот, бывают такие люди, ко всему ревнуют, там, ага, кто, а почему-то, это? То есть, какие-то непонятные, нездравые ревность, это плохо, но вообще, если человек, муж свою жену не ревнует, например, там, если она уходит куда-то, там, с открытым ауратом, или, например, то есть, нету вот это, некого, вот это тоже нарушается, забота нету. То есть, там, не заботится о своей семье. Это тоже нарушает. Там, муж, например, сидит дома за диваном, там, не работает. Жена, там, с детьми ходит, там, их смотрит, воспитает, сама, там, отводит их в садик, в школу. Эти все жизненные примеры. А он не заботится о своей семье, забота пропадает тоже. Это одна из причин, то, что семья расстается. И третье, нету милости, нету вот этого некой мягкости в семье. Все построено на жесткости. Я муж, ты жена, ты должна меня слушать, тебе фар, ты в рай не зайдешь. Это так. Но ты не должен свою грубость показывать. Как был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, с Аишей, радиаллаху анха, он с ней соревновался, бегал на перегонки. И, субханаллах, даже один раз, когда ей поддался, второй раз обогнал ее, говорит, это тебе за прошлое, я Аиша. Так вот он вел себя в семье. И, как описывали его супруга, пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кана адан ли ауляди, ва кана зауджа ли зауджати». Несмотря на то, что он был посланником Аллаха, он был пророком, у него была такая великая миссия, газавати, он был как президентом, да, субханаллах, несколько государств, но на это дома он был отцом для своих детей, мужем для своей супруги. Вот такой был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Умар, радиаллаху анху, всегда затыкал свою супругу и говорил, молчи, искут я, молчи, женщина, не лезь сюда, как часто бывает, не вмешивайся, не лезь, не твое дело. На что она сказала, мать, сакит не, Умар, почему ты меня затыкаешь, я, Умар? Са инни тами, взят от наби, саллаллаху алейхи ва саллям, инакшу, фаху инакшунна. Почему ты меня затыкаешь, Умар? Я слышал, как жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с ним советуются, он с ними советуется. И тогда он сказал, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, знает, то я первый, кто возьмет. Машаллах. Дорогой хазрат, можно я короткую реплику добавлю? Вы знаете, я чем дольше я общаюсь с единоверцами, чем больше я путешествую по регионам, тем больше я делаю один маленький вывод. Да, все эти проблемы существуют. Да, мужчины иногда ведут себя жестко, да, женщины стали нетерпимы, да, женщины быстро готовы уйти из семьи. Хотя я помню, как мои дедушки, бабушки, двоюродные, когда заключали брак, им говорили девушкам, ты выходишь замуж, ты умрешь там. Да. То есть в том доме ты должна умереть, ты не можешь вернуться обратно сюда. Здесь этот порог для тебя уже все закрыт. Ты должна терпеть там все, и эта семья для тебя до окончания твоей жизни. Сегодня готовность к разводу и у мужчин, и у женщин высокая. Со стороны мужчин таляк, со стороны женщин постоянные жалобы, уходы к родителям и так далее. Причин много, и если мы их будем обсуждать, не хватит даже нашего эфира. Но мне кажется, что основная причина, знаете в чем, дорогой Хазрат? Основная причина в том, что современных мусульман перестали готовить к заключению брака. В прежние годы в татарских деревнях, там, в арабских там, деревнях, я не знаю, на кавказских аулах и так далее, так далее. Молодых и парни, и девушку сопровождали с детских лет к заключению брака. То есть те тетушки, дяди, имамы, устазы, алимы, соседи
не только родители. Огромное количество людей, живших рядом, готовило молодых людей к заключению брака. Во-первых, объясняло важность брака. Во-вторых, объясняло, что нет пути назад, что развод самое ненавистное для Всевышнего. Объясняло секреты выживания в семейных отношениях. Подсказывало, как нужно. То есть фактически молодой человек, молодая девушка, прежде чем дойти до брака, они проходили целый университет жизненный. Они участвовали во многих свадьбах, они общались со своими братьями и сестрами, они видели, как братья и сестры, уже заключившие брак, решают эти проблемы. То есть они врастали в брачную жизнь естественным образом. Сегодня в городах этого практически нет. Сегодня городские мусульмане, молодые, предоставлены сами себе, учатся на школах, там, гуляют по улицам, изредка посещают мечеть, изредка там, допустим, какие-то ифтары посещают, но это не воспитание, это не подготовка к взрослой жизни. И я часто задаю вопрос, почему для того, чтобы получить право управления автомобилем, мы учимся почти 3 месяца, мы сдаем экзамены, мы изучаем правила дорожного движения, устройство автомобиля, двигатель внутреннего сгорания, оказание первой помощи, то есть приемы первой помощи при, не дай бог, аварии. Но ведь управление семьей – это намного сложнее, чем управление автомобилем. Управление семьей – это на всю жизнь. Это не просто 4 человека, сидящие в автомобиле, когда ты держишься за руль. Это огромное количество родственников, это судьбы детей. Это на всю жизнь, понимаете? Почему у нас не готовят к заключению брака? Почему у нас такой определенный сертификат, как водительское удостоверение, не нужно получать? Почему мы не подтверждаем свои знания о том, как нужно управлять семьей до заключения брака? Или я не прав, или я сгущаю краски. Опять же, если, например, человек, например, обучился, например, всем правилам вождения, например, купил машину, Toyota Camry, сел на нее и на красный свет не остановился и врезался. Проблема не в Toyota, проблема в водителе. Даже если он обучился, он не, даже если у него есть знания, но не следует этому. Даже я к чему это веду? Потому что, может быть, теории много в голове, но практика – это совсем другое. Да, обычно же приходит шейх Руслан, никак сделать, такие все счастливые, машаллах, я там такие слова красивые говорят, я там чуть-чуть проживаю, эти же люди приходят, субханаллах, у меня ситуация. Приходят там через год, через два, там уже дети есть, там, я хочу развестись, там вот муж, там это, я говорю, в чем проблема? Он представляете, вот мне романтики не хватает, жена говорит. Я смотрю, ты за Леонардо Ди Каприо, что ли, замуж выходил? Романтики, а он там такой, машалла, чемпион такой. Я говорю, как понять, избалованный, знаете, много вот раньше, вот, машалла, вот довольствовались то, что было, а сейчас искушение и так далее, а вот у этих в семье вот так вот, а у нас не вот так вот, они вот 2 раза в год ездят отдыхать, а мы 1 раз в год ездим отдыхать. Так из-за чего вот из-за этого? И, субханаллах, я говорю, побойтесь Аллаха, смотрите на своего ребенка. Сейчас должны ребенки, сохранение для них родителей, своих детей, а не о себе, а не о своих шахватах. Поэтому 2 вещи, через что шайтан разлучает, как из Корана и Сунны понимаем, шахват, шубхат, когда нашептывает страсти и когда нашептывает сомнения. Поэтому не должны... И Аллах, субханаллах, в Коране, в Суррате Аль-Анфаль, опять же говорит, субханаллах, объединил сердца. Это... Аят касательно 2 кланов, Аль-Аус и Аль-Хазрач. Но, однако, этот хукм этого аята на всех распространяется. Только Аллах, субхану ва та'аля, может объединить сердца. Уаллафа байна кулубихим. Аллах объединил сердца. И дальше в этом же аяте Аллах, субхану ва та'аля, обращается к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Даже ты, Мухаммад, будучи, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи посланником Аллаха, не можешь объединить сердца, даже если отдашь все, что есть на земле, все богатство. Только Аллах Субхану Ва Тааля может объединить. И получается, шайтан юэсвис, шайтан нашептывает сомнения, страсти, человек подается, и уже идет на такие... И думает, самое интересное, знаете, что обманывает, думает, если сейчас разведусь с этим, например, своим... Если нету там таких каких-то, знаете, жестких объяснений, а вот такие там романы хватает, бани того... Ну, нужно это как-то совместно сделать там человека... Когда приходили раньше с улыбками, любили друг друга, поженились, как хотели этого дня, никак. А сейчас почему такие вот тирыбуны? Надо что-то поменять. Но если нет такой резкой причины, то тогда нужно где-то чем-то пожертвовать. Нужно как бы ради Аллаха, субхану ва тааля, где-то постараться сохранить, а не постараться именно разлучить.
И даже, и вот правильно вы сказали, заметили то, что вот, когда вот выходит девушка замуж, почему она именно выходит, все это, как вот, даже помню там, которые вот раньше бабушки говорили, там, выдали замуж, и что-то свекровь не то сказала, обратно возвращаясь к своей маме, и она берет ее же маму, ее косички, вот я себя выдал замуж, вот она твоя мама, твоя свекровь, иди больше, чтобы мне сюда не приходило, не переносило то, что у них там дома происходит. А сейчас же переносят, это влезают, это... У нас тоже вот перед одним махом, когда я делал, два таких серьезных клана было, там, из татарских клана, и ко мне подошел отец невесты перед тем, как, и на татарском языке говорит, вот я твоя дочь, сказал, ты нас не теряй там свою марку, когда выйдешь, пойдешь замуж, ты знаешь, из какой мы семьи, там, по имени его назвал. Вы так ей сказали, да, говорите, чтобы она там показала, кто там, вот наши, ну, через 3 месяца ждите ее дома, говорю, разведенный, говорит, будет дома. Потом Аллаху Алим, второй раз выйдет она или нет. Говорю, почему? А кому она нужна там со своими правилами, там вот себя показывает и так далее. В этот народ нужно вот, слушаться мужа, вот именно за мужем, она должна за мужем идти. То есть, когда вот, например, меня удивляет, например, когда девушки приходят, некоторые мечеть, сестры, и говорят, дайте мне развод и так далее. Почему? Вот меня муж содержит и так далее, наговаривает, такой плохой человек. Потом думаешь, он не может, как так, такой, очень плохо описывает. Потом с ним созваниваешься. И это очень, хотел бы обратиться ко всем имамам, если нас слушают. Нельзя в одностороннем порядке слушать ни мужчину, ни женщину. То есть нужно обоих послушать. И когда звонишь имам, мужу, разговариваешь, говорит, хазрат, говорит, ну как я, говорит, могу? Я ее, говорит, дом есть. Она говорит, ты ее не обеспечиваешь, они там где-то живут. У меня дом есть, только в другой там стране, там это какое, не в России, в Москве мне тяжело содержать, у меня нету такого достатка. В другой стране или там в другом городе, там я ей сказал, я не хочу в этот город ехать, я не для этого за тебя замуж, я в столице. Я, значит, проблема не в нем уже, а в тебе. Если ты за него вышла, он поехал, по мере возможности. Аллах Субхану ва Тааля говорит, рисквунна ва кисватунна биль маруф. Вы должны их содержать едой и одежды справедливо, то есть по вашей возможности. Но как бы, а если ты догоняешь своего мужа, и то, что ему не, то, что невозможно ему сделать не по карману, как ты можешь его потом наговорить, то, что не сворит свою семью? Это ты просто хочешь той роскоши, которую не может. А он, альхамдулиллах, он себя обеспечивает и все смотрит. Вот эти вот вещи есть, как бы, опять вот много избалованности, что ли. Вот Аллаху алим, как это объяснить. Дорогой Хазрат, очень такие наглядные примеры вы приводите. Очень наглядные примеры. И вы знаете, вот ваш пример, как вы пытаетесь рассудить между супругами, мне напомнил притчу о Хаджи Насреддине. Наверняка вы не слышали. Когда к нему тоже приходили супруги на грани развода и жаловались друг на друга. И жена жалуется на мужа и говорит, я такая хорошая, он такой плохой. И я вот возмущаюсь, я же права. И Мулла Насреддин говорит, да, вы правы. Потом муж говорит, я о ней забочусь, она на меня жалуется, я вот такие вещи с ней делаю, я как муж имею право, я же прав. И Мулла Насреддин говорит, да, вы правы. И эту картину слышит супруга самого Мулла Насреддина. И говорит, ну как же так, Мулла, ну так же не бывает, и супруга права, и супруг прав. И он говорит, и ты тоже. Понятно, что это притча, но в ней содержится мудрость того, что зачастую для того, чтобы примирять сердца, которые должны любить друг друга, приходится прибегать ко многим уступкам. Приходится прибегать даже к тому, чтобы сблизить два любящих сердца, даже вот в этот момент немножко приукрасить те слова, которые они говорят друг о друге. И это же из практики сподвижников, это же из практики первого поколения мусульман, да будет доволен им Всевышний. Я часто, когда говорю о браке, я вспоминаю первый брак пророка Мухаммада, мир ему и благословение, когда он нуждался в своей супруге, когда он приходил за защитой к ней, когда он испугался настолько, что его колотило от страха от первой встречи с ангелом Джибрилем, алейхиссалям. И когда он прибежал к супруге и говорил, укрой, укрой меня. Он у нее искал защиту. И она стала ему опорой. И он после смерти Хадиджи, да будет доволен ею Всевышний, пророк Мухаммад, мир ему и благословение, постоянно его вспоминал. Даже когда он слышал шаги, он думал, что это идет Хадиджи. После ее смерти. Сестра ее заходила к нему. Сестра Хадиджи.
да будет доволен им Всевышний. И ему почудилось в этот момент, что это возвращается его супруга. Такая любовь была, субханаллах. Искренность ради Всевышнего. Вот эта искренность, она ушла сегодня между молодыми. Они живут страстями, ради страстей. Страсти и телесные страсти, и страсти к этому дунья. Вот у других семей есть, я тоже так хочу. Я хочу роскошную жизнь, 3 раза в год выезжать за границу, там иметь роскошный дом на роскошной машине с кабриолетом, там, чтобы мой хиджаб развивался на ветру. Они этими картинками живут, понимаете? Или молодой парень женится на девушке модельной внешности, чтобы перед друзьями выходить с ней. И если девушка, допустим, не соответствует, или после родов немножко располнела не по своей вине, по вине физиологии, женской физиологии, или кормила грудью, и она уже не соответствует им идеалам, все, мужчина ее задвигает, берет вторую жену, третью жену, уже с ними красуется перед своими друзьями. Ради чего сегодня молодые заключают брак? Ради вот этих земных страстей. Покрасоваться, чтобы было как у других, чтобы было не стыдно, чтобы было как в Инстаграме. И очередной раз я хочу молодым тоже обратиться. Субханаллах, дорогие, заключающие брак или заключившие уже брак, обновить намерение. Призвал бы я вас и, возможно, Хазрат тоже. Ради чего вы заключили брак? Ради чего вы живете? Ради того, чтобы возвысить слово Всевышнего Аллаха? Ради того, чтобы уподобиться пророку Мухаммаду, мир ему благословение, его любимым супругам, которые жертвовали всем, роскошью жертвовали, субханаллах, все, что у них было, они отдавали на пути Аллаха. Супруги халифов, правителей мусульман, снимали серьги, снимали перстни, отдавали в казну мусульманского государства только ради того, чтобы очиститься от страстей перед Всевышним Аллахом и как можно больше оказать помощи нуждающимся мусульманам. И вот эти примеры мы только в теории повторяем, повторяем без устали, языки нашего увлажняются от этих напоминаний, но они не проникают в наше сердце. И для того, чтобы эта теория, которую мы слышим в мечетях, на проповедях, вошла в сердца наших молодых, для того, чтобы они стали ее применять, им нужны примеры. Им нужны примеры семей, которые живут уже согласно этой практике. Они должны входить в чужие семьи, они должны наблюдать, они должны ходить в гости. Они даже до заключения брака должны пройти всю эту практику, всю эту школу жизни, глядя на своих праведных родственников, глядя на праведных имамов, глядя на праведных устазов, у которых они учатся, заходить в семьи. Даже эту практику мы потеряли. Мы завтракаем даже с друзьями в кафе. Мы встречаем друзей в ресторанах и у себя дома. Где молодым учиться семейной жизни? В ресторанах, что ли, учиться? Общаюсь, субханаллах. Я в последнее время даже эту практику от нее отхожу. Я стараюсь и приглашать в гости, и сам ходить в гости. В Москве, конечно, это дискомфорт. Терпите. Терпите. Это одна из суннатов, один из суннатов, как мусульманам узнавать, как делиться опытом. Субханаллах. Я детей своих вожу в гости, чтобы дети мои видели, как живут другие семьи. Сейчас я вот в Дагестане, сколько семей я посетил, ответил на приглашение. И после каждого посещения я с детьми обсуждал, посмотрите, какое у них было благое качество, посмотрите, как он относился к своей супруге, посмотрите, как эта супруга терпела. И жена моя тоже с дочками беседует, я беседую со своими сыновьями. Но по-другому невозможно показать. Это практика подготовки к семейной жизни. Как практика вождения автомобиля с преподавателем до того, как получить права. Мы не можем дать этого детям, если мы будем встречаться друг с другом только в ресторанах, не посещая друг друга, не беседуя со своими детьми и не показывая им, как эти теоретические знания об исламе нужно применять в своей жизни. Или я смущаю опять-таки? Да. Машаллах, правильно. Я просто сейчас вспомнил, как в детстве сам в гости ходил тоже, и вот это все, все картинки вот оттуда запомнил, когда там к старшим, к дедушкам ходил, к этим, там, и вот это, как мы там брали, вот это все-таки было какой-то адаб, знаете, там, ребенок не мог там как-то без спроса там что со стола взять, там, тут так, там это сделал, даже сейчас вот это вот замечание, если кто-то старший,
нашим детям делают там, говорят, а что он там чужой дяде там делает замечание, мы как-то за это обижаемся и так далее. Вот, а раньше наоборот, мы радовались, вот, когда взрослый сделал замечание, там, значит, что-то это... То есть вот все поменялось, вот правильно вы говорите, и раньше адаб был вот этот, ахляб, это был, субханаллах. Поэтому, может, перешли на другую тему, можем как раз на следующую пятницу, иншаллах, как именно воспитание детей в исламе, вот это, машаллах, туда вот тоже, оттуда вот это. Дорогой хазрат, я вот сам несколько уже мыслей у меня появилось для следующей нашей встречи и воспитания детей. И я бы хотел в одной из следующих встреч обсудить вот то, что называют эмансипация женщин. Да? Когда женщина садится за руль автомобиля, когда у нее появляется много прав, которых раньше не было. Это неплохо, это хорошо, если это соответствует правилам и установлением принятым в исламе. Но как к этому относиться мужу? Многие мужья боятся, они боятся, что женщина, начавшая жить более свободной жизнью, получать образование, ходить на работу, ездить на автомобиле, как он с этим будет справляться? Какие новые правила поведения, какие ограничения или предписания, на которые они должны ориентироваться, появляются в нашей жизни, актуализируются, вернее. Об этом тоже хотелось бы поговорить. Очень много тем сегодня всплывает из нашей сегодняшней беседы. Мы лишь сегодня просто обозначили огромное проблемное поле, которое сегодня подрывает крепость мусульманской общины, подрывает качество жизни мусульман, потому что вот то ощущение уверенности, которое было в завтрашнем дне у наших отцов, матерей, у дедушек, бабушек в том, что создали семью, и дети гарантированно будут жить в семье и получат полноценное воспитание, сегодня во многих семьях разрушено. Я вижу, что женщины разводятся, из того ребенка, с которым они развелись, они отдают своим родителям, и дети растут с дедушками, с бабушками, а не с отцами и с матерями в полноценных семьях. Или их растят другие отцы, возникает проблема соотношения между новыми детьми и тем ребенком. Нужно носить хиджаб, не нужно носить хиджаб уже в более зрелом возрасте детям перед сводными братьями и сестрами. Большое количество проблем возникает. И мы можем посвятить не один эфир данной проблеме. Но прежде чем сегодняшний эфир завершить, я хотел бы попросить вас напоминание, наставление молодым. Хорошо, мы говорили о том, как готовиться к созданию семьи, как ее создавать и как вести себя. Но если семья уже под ударом, если она уже на грани развала, как поступить в этом случае молодым, вот финальное наставление сегодня, как сохранить свою семью в ситуации, когда она уже на грани, в кризисной ситуации? Во-первых, сам папа, вы папа, шейх Руслан, хотел бы обратиться в первую очередь к мужчинам, иншаллах. К мужчинам, если таким мужчинам, таким братьям, которые быстро кидая слова талат, за каждой базой, за каждой какой-то проблемки и так далее. Хотел бы задать вопрос, хотел бы, чтобы твой ребенок, который, потому что сейчас он, если говорит, там, нет, мои дети, там, и так далее, но потом он женится, там, уже ему неинтересно, как по практике бывает, по практике, как бывает, ему уже дети интересны, уже у меня другая жена и так далее. Хотел бы ты, мой брат, чтобы твой сын или твоя дочка другому дяденьке сказала, один из ней, или с другой девушкой сказала, это мама, или вторая мама, и так далее. Никто бы этого не хотел. Это раз. Живите, если вы уже как бы взяли за это, то вы сохраните, постарайтесь сохранить. И помните то, что шайтан, он иблис, как сказано в хадисе, у него есть джунут, у него как бы войско, и каждый день войско, каждый день приходят шайтаны, так скажем, маленькие шайтанчики, и докладывают ему то, что они сделали. Один говорит, я сделал вас такому-то, он своровал, я сделал вас такому-то, совратил его, и этому вас такой-то грех сделал. Один говорит, фаррактну бейна зауджи ва зауджи. Я, говорит, разлучил между мужем и женой. Энте. Иблис говорит, ты, то есть ты тот, в ком я нуждаюсь. Да, талат это халяль, он разрешенный, но это из самых из в нем, значит, тоже какая хайкима есть, какая мудрость есть, если это ситуация, то есть индивидуальный характер. И вообще в шариате семейные отношения и муамалят, именно торговля, это индивидуальный подход. Нельзя одну брать ситуацию и как этого делать. Каждую ситуацию нужно посмотреть и рассматривать все индивидуально. Но однако пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Абгаду халяли иля Аллахи ат-талак». Самый ненавистный, нелюбимый, ненавистные из-за дозволенных и разрешенных действий перед Аллахом, это талак, это вот. Аллах Субхану ва Тааля обращается к мужчинам и говорит, описывая мужчину,
Мужчины, они главы семьи. Сестры, знаете, что глава семьи – это мужчина. Слушайте своих мужей, если они призывают к благому, если они не призывают. Не нужно показывать свой характер. Не нужно там говорить, нет, ты вот так, у меня свое мнение, у тебя свое мнение. Не нужна вот это вот. Если он к благому призывает, альхамдуль, супруг, то слушайте его и подчиняйтесь ему. И не потому, что он мужчина, а потому, что Аллах приказал об этом. В Коране и посланник Аллаха в сунне своей. Посланник Аллаха, саллаху алейхи салям, сказал, «Ай мра, ида саллят хамсаха, ва саамат шахараха, ва хафизат фарджаха, ва атаат зауджаха». Если супруга пять раз в день будет молиться, будет поститься вместе с Рамадан, будет беречь свое целомудрие и слушать своего мужа, то есть во всем халяльном, во всем том, что не противоречит шариату, «Киля лаха яум аль-кияма». В судный день ангелы скажут ей, «Удхули л-джанна мин айи бабин шиит». Заходи в рай из любой двери, которую ты хочешь. В раю «Саманья ти абуаб». Аллах в Коране говорит, 8 дверей. Когда вступает месяц Рамадан, мы говорим, «О, Аллах, веди нас через зер райян». Забываем, что 7 дверей еще помимо этой двери есть. Все 8 дверей откроют. Это подобно тому, когда ты в пробке в Москве стоишь и видишь, как с мигалками проезжают машины. И то расстояние, которое ты едешь 2 часа, они за 10 минут проезжают. Потому что у них отдельные голоса. Также отдельная дверь будет, все 8 дверей, и все ангелы будут говорить, заходи сюда, саляму алейкум. Дар мир вам за то, что вы проявляли терпение. И как прекрасно это место пребывания вечно. Также хотел бы обратиться к мужчинам, к братьям. Когда чем больше ты обращаешь на какие-то мелочи, тем больше бывает проблемы. То есть бывает, когда мужчина, это как есть, по факту, мужчина, я сказал одно слово, бывает жена там говорит там 2 слова в ответ, 3 слова в ответ, он еще и начинает на это. Нужно как-то полегче относиться, что-то она сказала, не обращать внимания, и тогда все равно последнее слово за такое, ты мужчина, ты глава семьи, ты печать, ты тот, кто поставит печать. Поэтому Аллах субхана ва тааля в Коране говорит, فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَجَعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Если что-то вам в них не нравится, в ваших женах, может быть, это именно то, в чем Аллах Субхану заложил много блага для вас. Вы просто не знаете. Поэтому, опять же, аяты талака в Коране, где приходит сура Аль-Бакара, в конце всего Аллах Субхану говорит, после того, как описал талака, талаку марратан, фаин талактумухунна, и так далее, аяты талака, 2,5 страницы, потом Аллах Субхану говорит в конце этого, Субхану ва тааля, «Валя тансау фадла бейнакум». Говорит, не забывайте, говорит, падаль, то есть те достопримечательности, которые были между вами. То есть, да, сейчас вам плохо, сейчас вы на грани развода, хотите поругаться, хотите развестись, все, не хочу тебя видеть, я его не хочу и так далее. Но вспомните, говорит Аллах Субхану, говорит, когда вам было хорошо вместе, когда у вас первый ребенок, когда вы вместе там, ты за ним в роддом приезжал, когда ты там поехал свататься там с цветами, я не знаю, там, Аллах Субхану. То есть эти дни вспомните, Аллах Субхану говорит там. И во время Умара бин Аттаба пришел тоже один человек и начал ругать свою жену, она такая, Умар Аллаху говорит, ты не все, говорит, ее недостатки перечислил. А давай иджабия, давай хорошие, ее, наоборот, это положительные ее как бы вещи перечислить. Когда начали перечислить, считать, их оказалось больше намного. Поэтому шайтан, он наслепляет, он всегда делает так, чтобы он, человек всегда только плохое видел и так далее. И помните, сестры, если вы разведете своими мужьями, если хотите так быстро развода, не значит, что у вас потом после все хорошо будет. Обычно по практике все начинается. И также у братьев. Поэтому, субханаллах, если вы вот взялись, если вы взяли на себя ответственность, это масулия. Как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, куллюкум ра'ин, ва куллюкум масулин ан ра'ийят. И каждый из вас пастух и отвечает за свое пастбище, за свое... Я писал, сказал, ва раджуру ра'и фи ахли, масулин ан ра'ийят. И мужчина, он пастух своей семьи, отвечает за это. То есть, если ты взял перед родственником, перед тем, как ты замахнешься, чтобы ее ударить, вспомни, что у тебя тоже дочка есть, или родится дочка. Хотел, чтобы твою дочку так ударили. Или нет. Знаешь, что она чья-то дочка, что она чья-то сестра, она это, как бы, перед тем, как она своему мужу. Ты тоже, сестра моя, вспомни хадис пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, когда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, показали рай и ад, он вернул. Сказал, если бы вы видели то, что я видел, вы бы меньше бы смеялись, больше бы плакали. Мне показали ад и рай. И когда я видел джаннам ад, там было много женщин. И спросили, почему посланник Аллаха? Потому что они неблагодарны по отношению к своим мужьям. Когда муж что-то делает, 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 и один раз вдруг он не сделал, у него не получилось, она говорит ему, я никогда тебя ничего хорошего не видел. Вот эти часто бывают вещи. Если все вещи для того, к чему приводит к разводу. Если вы уже вот-вот-вот уже хотите развестись и так далее. То есть если сохраните семью, то, альхамдулля, вот, знаете, то, что в это благо больше не было. Если, тем более, если есть дети. И
Видите, как растут дети, вот как вы сказали, шейх Руслан, как видим, когда дети растут в чужих семьях и так далее, они не те, у них психика нарушена, психика, у них там проблемы потом. То есть это не те дети. Они видят, когда его папа, там, например, там, у его одноклассников папа приходит там, за ним в школу, или там мама, как бы, а у него папы нет, у него папа не приходит, у него папа с другими делами там занят, там, или другой семьей занят. А вспомни, брат, как ты хотел этого ребенка. И приятно ли тебе, вот за твоим там сыном не приходит, а папа с другим приходит. Вот эти вещи вспомните, напомните, потому что шайтан всегда вас возделает вот на ярости. Вот в этот момент красные глаза становятся. Талак обычно так и приходит. Приходит к мечеть, говорит, я талак, я три талака дал, и так далее. И всегда был в гневе, 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 был в гневе. Еще опережать три талака и так далее. Вот в этот момент тормозните, субханаллах. После этого. Вначале делаем, а потом задумаем. А мы должны начать задумываться, потом что-то сделать. Барак лафика. Лафикум барак. Столько сегодня, столько полезной информации, столько напоминаний, столько примеров для оживления сердец. И каждый раз, когда мы говорим, вот вы знаете, я из ваших слов хочу маленький, как бы, очень меткий пример извлечь. Когда мы говорим, что все ответы есть в Куране и Сунне, и в примерах жизни праведных поколений, многие над нами смеются, говорят, да вы что, да вы реакционеры, да вы фанатики. Как могут быть все примеры быть и все ответы в двух книгах и в описаниях жизни праведных предков? Субханаллах, да вот вы сейчас приводите пример, как Умар бин аль-Хаттаб, да, ради Аллаха, сказал, перечисли, пожалуйста, положительные качества тоже и джебья. Это же прием из психологии современной, когда человеку предлагается психологический тест, и говорят, вот выпиши на одну половинку бумаги минусы, а на другую половинку бумаги плюсы, сравни, и плюсов больше. Субханала, все, что сегодня есть, все коренится в жизни, в примерах жизни наших праведных предков, или пророческих историях, которые Всевышний приводит в Коране. Аллах, нужно просто уметь читать, нужно уметь извлекать вот те смыслы, которые заложил Всевышний. Находить те знамения, которые Всевышний в нашей жизни тоже закладывает на нашу жизнь. Вот я хорошо. Об этом иншалла. Добавлю по психологии. Вот я когда очень, я думаю, полезно для нас всех будет, иншалла, для сохранения семьи. Я всегда говорю братьям, когда приходят, вот она мне так сказала, так сделала. Ты не обращай внимания. Говорю, да как, говорю, она мне такие слова говорит, ты не обращай внимания, говорю, ты будь выше, ну как бы ты мужчина, ты возьми, пускай хоть что она говорит, ты улыбнись и дальше, свои, все равно же будет так, как ты скажешь, если это не соответствует Корану, ты же глава семьи, ты же решение принимаешь. И вот из психологии такой же, из Сунны пророка, саллаху алейхи салям, представляете, стоит пророк Мухаммад, саллаху алейхи салям, рядом с ним Абу Бакр, радиаллаху анху, и Умар ибн Хаттаб. Пророк, саллаху алейхи салям, супруга Аиша была ревнивая, радиаллаху анха. И она приревновала посланника Аллаха к другой супруге, Хафса, дочь Умара, радаллаху анху. И представляете картину, то есть подошла Аиша, радаллаху анха, взяла посуду и кинула в ноги посланника Аллаха, разбила посуду от ревности. То есть и перед кем? В ноги пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям. Посланник Аллаха, своего супруга, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, перед кем? Перед своим отцом Абу Бакр, радаллаху анху, и перед отцом той, кому он приревновала, Умар, радаллаху анху. И какая реакция? А вообще посуда, вы знаете, когда я шейх Аль-Бахути, нашему брату муфти Аль-Харама, наш шейх спросил, я говорю, у вас же это очень строго, говорю, когда жена кидает посуду, это же все, хуже этого нету. Он говорит, валлахи, говорит, я бы, наверное, три талака сразу дал бы, говорит, если моя жена, муфти Аль-Харама, говорит, я бы, да. А как сделал пророк, саллаху алейхи салям? Улыбнулся и говорит, гар букум. Вашу маму заревновала, засмеялся и ушел. Вот такой был посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, что хочешь сделать, а еще заревную и так далее, машаллах. Но как бы ты меня не разведешь этим, как бы. Поэтому вот так, как она хоть что там говорит и так далее. Там, это. А когда мы начинаем цепляться, что ты сказала? Да как ты мужу, какой муж это? Сказать-то. Слушай, здесь теперь задается вопрос. Мне многие, наверное, сестры сейчас улыбаются, радуются, и многие братья, наверное, злятся. Говорят, а что он там, мужчина? Нет, субханаллах. Я не то, что говорю, то, что жена там имеет право что-то сказать плохому мужу, но я просто имею в виду, хочу сказать мужу, то есть не нужно обращать вот на эти мелочи внимания. Там, раньше, помните, там у нас папы, дедушки могли там одним взглядом посмотреть, но хоп, сразу молчат. А сейчас у нас, к сожалению, мужчина больше, чем женщина, там кричат и больше, бывают такие, да. И больше говорят слов, чем положено мужчине. А, да нужно вот к этому, чтобы одним взглядом посмотрел, чтобы она успокоилась и все как бы. Или улыбнуться, машаллах, чтобы она остановилась и все, и дальше жить.
Иншаллах, счастья, иншаллах. Нашего добра. В завершение сегодняшнего эфира я хотел бы опять напомнить слова, которые вы произнесли, хадис посланника Аллаха, о том, что из всех дозволенных деяний для мусульман самое ненавистное для Всевышнего – это развод. И многие молодые семьи, которые стоят на грани развала своей семьи, и те молодые парни, которые бросают просто при каждом случае талак, 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 или женщины, которые приходят в мечети и просят развода у имама, вы должны помнить об этих словах, о том, что вы идете на самое ненавистное Всевышним деяние. Самое ненавистное. Вы что, ради этого жили? Вы жили ради этого? Вы заключали брак ради того, чтобы совершить самое ненавистное Всевышним деянием? Вы с такой легкостью подтверждаете, что вы не справились, что вы взяли на себя обязательство перед Всевышним, и вы не справились, и вы подтверждаете, что вы лузеры, что вы проиграли эту партию, и вы приходите и делаете перед Всевышним самое ненавистное, что он больше всего ненавидит в этом мире. Вместо того, чтобы тысячи поводов, тысячи причин, тысячи усилий приложить к тому, чтобы сохранить брак и избежать того, что ненавидит Всевышний. Я, Аллах, субханаллах, с какой легкостью сегодняшнее поколение идет на самый ненавистный перед Всевышним шаг. Неужели это не остановит сегодня молодых от того, чтобы разрушить свои судьбы, разрушить судьбы своих детей, сломать сердца своим родственникам и показать пример тысячам мусульман, что развод, оказывается, является легким решением. Вместо того, чтобы показать, что нельзя идти на развод, что мы готовы пойти на жертвы, мы готовы терпеть, проглотить обиды, найти тысячи еще поводов к тому, чтобы сохранить брак. Вот этот же пример мы должны показывать, субханаллах, тем многим завистникам, тем многим единоверцам, тем многим болеющим за нас, кто наблюдает за нашей жизнью. От того, что подобный настрой, подобные намерения не живут в наших сердцах, и подобное понимание и не живет в наших сердцах, и от того, что страх перед Всевышним не живет в наших сердцах. В этом причина сегодняшних трагедий. Дорогой Хазрат, я вас искренне благодарю. Пусть Аллах Всевышний одарит вас огромным благом за те напоминания, которые вы делаете. И знаете, вот сейчас вы мне напомнили одну вещь, когда говорили, иншалла, и можно закончим этим, иншалла. Извините, пожалуйста, то, что просто мы вот как хотим, чтобы побольше пройдет было. И последним. Из нашей жизни один брат подошел, говорит, ко мне, говорит, который хотел разводиться со своей супругой. И говорит, и потом, говорит, что я буду разводиться и так далее. Потом приехал к себе на родину, съездил, потом приехал, говорит, нет, я, говорит, передумал. Меня папа остановил. Ему самому было 32 года уже. У него там трое детей. Он говорит, а как тебя отец остановил? Я подошел к своему отцу, посоветовал. Только с отцом во всем советовался. Говорит. Я говорю, папа, так, 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 она меня не слушает. Я хочу с ней развестись. Как ты думаешь? Он мне, говорит, не запрещал. Говорит, как хочешь, сынок. Но знаешь, что я с твоей мамой раз 20 точно должен был развестись. Но я проявил терпение. Сейчас ты, альхамдуля, живешь, и твои, говорит, дети живут, ты рад, счастлив, поэтому решай там. И он меня, говорит, на место посадил, да, понять, поэтому, субханаллах, нигде мы ничего, что все, как ты хочешь, не, это только в джанна будет. Человек. Где-то есть минусы и плюсы, но плюсов больше, альхамдуля, джазакум лахай, барак лахай. Ваякум, дорогой хазрат, до следующих встреч. Аллах да вас даст. Аллах да вас даст.